Все снимаешь? Да. Здорово, катаны, это «Хочу в кино», меня зовут Дмитрий, сейчас расскажу о фильме «Выживший». В общем, сходил я на эту картину, и реально классный фильм, он просто шедевральный, я думаю. Он уже получил «Золотой глобус» как лучший фильм, и Ди Каприо получил «Золотой глобус» за лучшего актера, это уже не первый его глобус. Будет, конечно же, номинирован на «Оскар», получит, не получит, вот это уже секрет, потому что фильм реально стоящий. Ди Каприо сыграл просто, как и в каждом фильме, в принципе, как батюшка, ему верится, он смотрится на свою роль просто к месту, и очень классно. Режиссер, этот режиссер получил Оскар за лучший фильм, за лучшего режиссера в том году, за картину «Бёрдман». Офигенный фильм, всем смотреть. Классный. И ракурсы, смотреть в кинотеатре на большущем экране просто, который найдете, погружаться в эту атмосферу джунглей, индейцы, вот, все такое нереальное, и так все снято красиво, просто... То есть, если вы цените красоту, художественность кадра, то этот фильм вам реально понравится. На улице было холодно, наши уши замерзли, а камеры отключились, поэтому дальше продолжу рассказывать вам из-за кадра. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли с Хью Глассом в 20-х годах 19 века. Лазя в интернете, я узнал, что Ди Каприо вегетарианец, а в фильме он ел настоящее сырое мясо. Вот так вот, чего не сделаешь ради хорошего фильма. Также я узнал, что это первый художественный фильм, снятый на новую камеру 6.5К. И не зря, ведь все было снято в натуральных условиях, на красивейших пейзажах Канады и Южной Аргентины. Приветствую всех в мире голливудской фауны с Дмитрием Овчинником. Сегодня мы рассмотрим поведение зрелого самца с холмов Лос-Анджелеса. Здесь он предъявляет свои права на премию «Оскар». Посмотрите, как он изображает боль и ест сырое мясо. На протяжении 2.5 часов он переносит физические и моральные страдания, чтобы люди это оценили и вручили ему золотую статуэтку. Рассмотрим момент из фильма. Уже Оскар.